Всем привет! Сегодня буду тестировать, снова продолжать дешевую зеленую резину, ну бюджетную, и скоростную ГЗК, как она вот заявлена. У меня здесь такой мини-тир. Я сегодня подготовил такой вот профиль, пока мы его положим. Какая-то такая вот жестяная банка, не знаю, и кусок какого-то поликарбоната. Можно поставить этой стороной и начнем с поликарбоната. Ложим зеленую резину ГЗК, пока пусть она лежит. Вот, и будем сразу стрелять дешевой резиной. Дешевая резина. Эта резина на 3 резинки, это на 2. Тяги примерно одинаковые. Но ГЗК мне начинает очень сильно нравиться. Она заявлена как скоростная, поэтому хочется с нее популькать. Пулькать я буду стальным шариком 8 мм 2 грамма. Первый выстрел будет у нас зеленой, тройной резиной. Так, ну вот мятка. Я думаю, наглядно все видно. С обратной стороны тоже. И тут же вот прилетел шарик. Он ударился и тут же упал. Ложим эту резину, берем ГЗК. Примерно с такой же дистанции и стреляем ГЗК. Не, ну ГЗК поинтереснее. Мятка наглядно видно, что она сильнее. Явно видно, да и по обратной стороне видно. Но не пробило. Довольно-таки классный материал, плотный. Так, ну давайте тогда в профиль. Все по очереди. Сразу у нас идет простая резинка, потом ГЗК. Теперь в профиль главное попасть. Так, ну мятка нехилая. Вот такая вот мятка. В принципе нормальная, красивая. Теперь стреляем зеленой ГЗК. Ну, тут явно наглядно видно. ГЗК мятка посильнее. Причем так, тут даже видно такое прямо углубление очень сильное. И сам металл больше деформирован по площади. С обратной стороны видно, но не особо. Вот с лица видно очень классно. Так, ну теперь ставим нашу баночку. Так, вот так. Шарик чуть меня не отлетел. И отлетел где-то вот сюда. Так, ну мятка. Ну, такая себе. Не сильно большая, но мятка. Теперь скоростной резиной стреляем. Шарик до меня даже не долетел. Мятка, конечно, я думаю, видно. В разы побольше, но не пробило. Но мятка остается намного сильнее. Один и тот же шарик вот так вот разгоняет его резину. Поэтому такой наглядный тест. Мятки резина оставляет ГЗК намного сильнее.